Привет, дачники мои рукодельники! Делаю кронштейны для полок своими руками, а потом наведу потрясающую красоту. А в конце у меня к вам вопрос о будущей поделке. Не пропустите. Подсмотрела в интернете разные формы для кронштейнов, их огромное там количество. Выбрала понравившийся, перерисовала на мебельный щит и вырезала простым лобзиком. У меня фрезер сломался. Фрезер вот такой, фиолент. У них есть слабое место. Это вот эта кнопка. И сейчас при нажатии даже слышно, как там чуть-чуть искрится. Отправляем это на ремонт. Крепился он через такую переходную пластину. Есть еще у меня в наличии вот такой старенький фрезер. С ним у меня посадочные отверстия совпадают. Сейчас мы его прикрутим и продолжим работу. Кнопочку я зажала вот такой клипсой. Начнем. Кронштейны готовы. Теперь подшлифовать, подкрасить. Сейчас я произвожу покраску.
на этот раз не использую масло, а крашу вот таким самым обычным дешевым нашим акриловым лаком. Преимуществом в том, что в теплом помещении, вот сейчас жарко лето, он сохнет буквально за полчаса. И хочется, чтобы моя любимая фактурка была немножечко затонирована. Вот такой бежевый цвет. Ух, сейчас я подумала, что будут вопросы. Красила я не совсем именно этим акриловым лаком, потому что это бесцветный глянцевый. А красила я вот этим вот аналогом. Я люблю смешивать цвета. Вот такой бежевый цвет получился. И это я белый лакра смешала с вот таким цветом дуб. Теперь я сделаю отверстие для крепления к стене. Можно, конечно, было бы заморочиться и сделать вот такие крепления сзади. Это я не стала заморачиваться. Будем закрывать вот такими деревянными заглушечками. Покраситься в цвет видно не будет. А остальные крепления будут скрыты под полками. Свои новые полочки я буду вешать вот сюда. Но мне нужно убрать вот эту розетку, этот кабель канала. Они мешаются, да и не к месту они тут. Странно. Ну ладно. Thank you.
видали, какая птичка сердитая? А сейчас помогите мне выбрать один из трех вариантов комода, который сюда нужно сделать. Вариант номер один. Это вариант номер два. И вариант номер три. А сверху комода будут всякие капучинаторы, кофеварки, миксеры. Спасибо за просмотр. Буду ждать вашего варианта.